старт. Не очень удачно принимает Космик Франт. По бровке Джентроп. Тут же Имар. Третьим Нохчелам. Имар выходит вперед. Полевой стороной перекладывается Сираскер. Сираскер выходит сейчас на второе место. Имар ведет. За ним Сираскер. Мирзабек сдерживает Джентропа. Тут же Нохчелам. И замыкает Космик Франт. Лошади идут по противоположной прямой. Скачку ведет Имар. На корпус сзади вторым Сираскер. Тут же Джентроп и Нохчелам. Космик Франт замыкает. Продолжает лидировать Имар. Далее Азамат Карданов полем в желтом камзоле сдерживает Сираскера. Он идет вторым где-то на полкорпуса сзади и подъезжает к Имару. Имар впереди, тут же Сираскер. Далее Джентроп. Нохчелам. Нохчелам выходит на третье место. И тут же Космик Франт. Вся компания идет очень кучно. Но отдали Мирзабеку бровку. И Джентроп выходит на второе место. Сираскер повел Имар. Резко отпадает на последнее. Сираскер и Имар. И Джентроп. И тут же полем Космик Франт. Втроем. Нохчелам пока что не поспевает. Скачку ведет Джентроп. И тут же Сираскер и Космик Франт. Втроем они выходят в борьбе за лидерство на финишную прямую. Джентроп лидирует. На втором месте Сираскер. Третьим Космик Франт. Он подотстал. Нохчелам тоже подотстал. Финишная прямая. Скачку ведет Джентроп. И тут же Сираскер. Вдвоем они далеко оторвались от остальных. Джентроп пока что успешно отражает атаки Сираскера. Джентроп идет к победе. Джентроп приближается к финишу. И Джентроп выигрывает приз открытия скакового сезона. Сираскер вторым. Космик Франт третьим. Нохчелам четвертым. И далеко сзади Имар.